Приветствую всех, Одесса на связи, 11 февраля 2024 года. Есть информация о том, что в акватории Черного моря находятся на данный момент 4 ракетоносителя. Я так понимаю, это все надводные ракетные корабли. И суммарный залп калибров на данный момент составляет 32 калибра. Вот. Вчера вечером была информация о том, что вывели на боевое дежурство один ракетоноситель надводный, адмирал Макаров. Вот. И угроза была 8 калибров. Я так понимаю, ночью или рано утром вывели еще 3. И, соответственно, сейчас уже 4 ракетоносителя. Я не знаю, с чем это связано. То ли это просто какие-то маневры, то ли будут пытаться наносить удар калибрами. Не знаю. Вот. Но в любом случае прислушиваемся к сигналам воздушной тревоги и обязательно на нее реагируем. Потому что калибры дело очень опасное. Особенно для Одессы. Они долетают сюда просто за считанные минуты. Они-то, в принципе, сбиваются, наши ПВО, и практически всегда. Но, тем не менее, угроза присутствует высокая. Я на связи, будет обновляться информация, буду сообщать. Всем мирного неба. До встречи в новых видео, пока.